Одинцовские единороссы поздравили футболистов тироуправления «Горское» с высокими спортивными достижениями за этот год. Встреча прошла в рамках реализации проектов «Детский спорт» и «Одинцовская спортивная семья». В 2022 году футбольная команда «Горки-2» стала бронзовым призером межмуниципальных соревнований Московской области по футболу. Заняла второе место в чемпионате Одинцовского округа по мини-футболу в формате 6-6, а также третье место в окружном чемпионате по мини-футболу в формате 8-8. Как отметили партийцы, впереди у спортсменов еще множество побед.